Среди горных массивов Европы Кавказ занимает особое место. Здесь находятся самые высокие вершины, увенчанные величественным Эльбрусом. Высшая точка этого гиганта – 5642 метра над уровнем моря. Слава Эльбруса, как высочайшей и прекраснейшей горы Кавказа, идет с незапамятных времен. Его величие и красоту воспевал древнегреческий историк Геродот. Кавказу посвятили вдохновенные строки Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Тарас Шевченко, Борис Пастернак. Со всего света приезжают к Эльбрусу альпинисты, чтобы покорить этот горный исполин и насладиться потрясающей панорамой Кавказских гор. В 2006 году в районе Центрального Кавказа состоялась международная молодежная альпиниада «Эльбрус-2006», проведенная молодежной комиссией горовосходителей Международного союза альпинистских ассоциаций. От имени Украины альпиниаду проводила Федерация альпинизма Днепропетровской области. В истории альпинизма Украины это было крупнейшее мероприятие международного значения. Руководил альпиниадой заслуженный тренер Украины, снежный барс Александр Зайдлер. Старшим тренером альпиниады был утвержден известный альпинист Анатолий Брынза. Тренерами – мастера спорта Леонид Казак, Валерий Карлович, Михаил Мягков и Валерий Проскура. Для участия в альпиниаде в аэропорт «Минеральные воды» прибыло 42 альпиниста из Австрии, Германии, Испании, Италии, Южного Тироля и Швейцарии. К ним присоединились молодые восходители Кабардино-Балкарии и Украины. Делегацию Испании возглавляли вице-президент Федерации альпинизма Хосе Лопес и руководитель молодежи Мигуэль Санчес Канабас. Лидерами итальянцев были президент молодежной комиссии итальянского альпийского клуба Альдо Скорсоглио и руководитель секции Триеста Паоло Ковелли. Немецкую группу возглавил руководитель молодежи из города Ландау, земли Пфальц, Петер Кляйн. Из минеральных вод по живописной долине реки Баксан автобус доставил гостей в ущелье Адыл-Су, жемчужину Северного Кавказа. На границе сосновых лесов и альпийских лугов наших гостей ждал базовый лагерь «Очаг», заранее подготовленный внуком одного из первых восходителей Эльбруса, егерем Ахией Сатаевым. К услугам прибывших спортсменов легкие деревянные домики и палатки. Здесь можно отдохнуть и подкрепиться перед предстоящим восхождением. Ни одна альпиниада не обходится без традиционного костра и туристических песен. Костер притягивает, сближает, обогревает и наводит на размышления. Тих и печален ручей янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра.
Вот и закончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя? Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Первый тренировочный поход намечен к леднику Кашкаташ. Наши гости оказались хорошо подготовленными. У всех великолепная экипировка, многие прошли школу Альп, некоторым удалось покорить высшую точку Западной Европы – Монблан. У Кавказа свои прелести и достоинства. Прекрасные долины, журчащие ручьи и бурные реки, изумительные луга, цветущие рододендроны, голубые глыбы ледников, живописные пики неповторимых гор, над которыми возвышаются две вершины потухшего вулкана Эльбрус, высочайшие горы Европы и Кавказа. Чем выше поднимаются альпинисты, тем разреженнее становится воздух. Чтобы организм привык к нехватке кислорода, необходима акклиматизация на высоте порядка 4000 метров. С этой целью состоялось восхождение на близлежащие вершины Андерчи и Курмычи, возвышающиеся напротив Эльбруса. Это первая вершина Кавказа, покоренная нашими зарубежными гостями. Восходители были в восторге. Перед ними открылась грандиозная панорама главного кавказского хребта. Il nostro amico, nostro fratello, su nel paradiso, su nel paradiso. Успешно пройдя акклиматизацию, оценив физические возможности спортсменов, руководители альпиниады дают добро на новое восхождение. Современная цивилизация облегчает путь. Канатная дорога поднимает спортсменов от подножья Эльбруса на высоту 3700 метров. Канатно-кресельная дорога поднимает еще на 200 метров. Подъем на канатных дорогах длится чуть более часа. Все это время гости наслаждаются удивительной панорамой гор главного кавказского хребта. До лагеря на высоту 4200 метров можно подняться за несколько минут на специальном горном снежном тракторе или совершить пеший переход по ледовому склону. Раньше здесь стоял построенный еще в 30-х годах прекрасный отель за облаками «Приют 11», от которого после пожара остался один каменный остов первого этажа. Палатки устанавливаются прямо на снегу. На утро очередной этап акклиматизации – подъем до скал Пастухова на высоту 4800 метров.
Необходимость постоянного набора высоты задает высокое напряжение физических и духовных сил. Наши гости показывают превосходную альпинистскую технику. Так спортсмены готовились к грядущему штурму Кавказского исполина. Эльбрус называют еще и самой большой лыжной горой мира. Наши гости по достоинству оценили прелести горных трасс Кавказского гиганта, покрытого вечными снегами. Это самая красивая снежная шапка мира. Наконец наступил день, а точнее ночь выхода на штурм Эльбруса. Выход назначен на 2 часа ночи. Засверкали огоньки фонариков. Все участники альпиниады разбиты на группы. Под руководством опытных инструкторов одна за другой группы начинают подъем по ледовому склону. Очень важно в темноте не сбиться от намеченного маршрута, так как слева и справа находятся зоны опасных трещин. Час за часом восходители поднимаются к вершине. На счастье, погода на удивление благосклонна. Мороз вполне умеренный. И самое главное, нет обычного ураганного ветра и облаков. Каждый из восходителей стремится не отстать от группы, чтобы не оказаться одному на снежно-ледовых склонах. К ботинкам прикреплены стальные кошки. Без них движение по льду трудно и опасно. Понемногу горизонт светлеет и занимается заря. Солнце касается верхушек вершин. Они сияют нежнее рубинов. На каждой отметке свои тона и все цвета радуги. Потрясающее зрелище, ни с чем не сравнимое. Но восходителям не до этой красоты. Метет поземка, щиплет глаза. Все тяжелее дыхание, все с большим усилием дается каждый шаг. Наконец, горовосходители достигли седловины между западной и восточной вершинами Эльбруса. Высота 5200 метров. Здесь можно передохнуть, поправить кошки, выпить горячего чая, подготовиться к последнему подъему на западную вершину, наиболее высокую точку гигантской горы. Последние сотни метров подъема – самые трудные. Больше всего хочется упасть на снег и отключиться. Кто-то идет впереди тебя, и ты идешь. После 2-3 десятков шагов – отдых. Такова специфика движения на большой высоте. Пройдено еще 100 метров. Тридцать. 10. Вершина. Дальше идти некуда.
27 июля 2006 года на западную вершину Эльбруса высотой 5642 метра взошли 50 участников международной молодежной альпиниады из 8 стран. Все восходители благополучно спустились с вершины в базовый лагерь. Руководитель альпиниады Александр Зайдлер.